В картинной галерее состоялся концерт Анастасии и Артема Яшиных. Супружеская пара – лауреаты всероссийских и международных вокальных конкурсов. Они исполнили лучшие песни из своего репертуара, посвященные теме любви. За выступлениями артистов наблюдали и мы. Песни о высоких чувствах в зале картинной галереи звучат в честь одного из самых почитаемых в России праздников – Дня семьи, любви и верности. Для самих артистов эта дата теперь тоже имеет особое значение. Анастасия и Артем – студенты Института современного искусства. Познакомились 3 года назад на музыкальном конкурсе в стенах вуза. С тех пор не расстаются. Верность, любовь. Это то, что внутри нас, это то, что, наверное, да. Взаимопонимание, наверное, доверие это, друг другу. Наверное, это не передать словами, это просто есть внутри нас. И мы хотим этим поделиться, чтобы каждый сегодня вышел из зала одухотворенным. Судя по эмоциям зрителей, артистам это сделать удалось. С первых же песен Анастасия и Артем произвели впечатление. Слезы текут, мурашки бегут, волосы дыбом, и это классно. Музыка и живопись, а я художник, это самое главное в жизни. Конечно, после детей и любви. На концерте прозвучали в основном авторские песни и композиции Золотого фонда отечественной и зарубежной эстрады. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.